Работы современных художников – настоящие творческие находки, творение кисти и порывы души. В зале выставочного центра музея гости знакомятся с работами, ставшими основой межрегионального проекта. А также с новым каталогом, увидевшим свет тоже благодаря этому проекту. Издание «Шел по городу художник» – событие не только для музея, но и для художников, участников выставки. Итоги большого выставочного проекта оценил начальник управления культуры Валерий Козлов. Очень прекрасно, что есть такие проекты, которые осуществляются и в нашем музее, и всеми теми людьми, которые заинтересованы в том, чтобы пропагандировать культуру в различных ее проявлениях. Поэтому огромное спасибо всем тем людям, которые занимались этой организацией этой выставки, кто занимался выпуском вот такого прекрасного каталога. Как подтвердили все выступившие, проект реализовался ярко и красочно, стал настоящим подарком и для горожан, и для самого музея. Благодаря государственной поддержке выставка была бесплатной и собрала почти 2000 человек. В завершении проекта в зале собрались члены Союза художников и сотрудники музея. В реализации проекта участвовала главный научный сотрудник Муромского музея. Она же автор статьи в издании «Шел по городу художник». Работы действительно отобраны, и можно говорить об истории живописи не только нашего конкретного города по нашему собранию, но и, в общем-то, какие-то делать выводы в истории вообще нашего советского и российского искусства. Так что это очень приятно, вот таким свежим взглядом смотреть на наши фонды, потому что в этом зале в основном представлена работа именно из наших фондов. 26 декабря выставка завершится, однако на этом участие музея в проектах такого рода не закончится, говорит директор Муромского историко-художественного музея Альбина Анучкина. Наряду с этим межрегиональным проектом наш музей параллельно участвует еще в одном проекте, который осуществляет Государственный русский музей. Это вторая фотобиеннале историко-архивной фотографии. И наш музей представил для участия в этой биеннале 11 фотографий. Мы, участники этого тоже, в общем-то, большого межрегионального проекта, в котором участвует около 20 музеев региональных и центральных музеев и архивов. Каждая из представленных творческих работ не только пополнила фонды Муромского музея, сплотила таланты разных городов, но и просто обрела свою собственную жизнь. А значит, наш художник идет по городу в правильном направлении. Регина Рукавишникова, Александр Барсуков, новости Муром.